ФСБ задержали с поличным организатора межрегиональной поставки наркотиков. А уже вчера во время проведения следственных мероприятий в Нижнем Новгороде был обнаружен тайник, принадлежащий ему же. Там хранилось 800 граммов кокаина, почти 1500 таблеток, которые относятся к амфетамину и группе наркотиков, а также пистолет Макарова и 7 патронов к нему. Наркотики планировалось распространять по регионам ЦФО. В результате их удачного сбыта торговец мог обогатиться на 6 миллионов рублей. Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.